Уважаемые друзья, я рад видеть много светлых и радостных лиц здесь. Вот, хочу, значит, искренне поздравить вас всех с юбилеем нашего именинника Валерия Политыча, который, как талантливый человек, талантлив во многом. И я хочу от имени президента Всероссийской полицейской ассоциации Ганькина Алексея Константиновича пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов и вручить вам почетный знак Международной полицейской ассоциации. Аплодисменты! Вот такой вот красивый почетный знак. А синяя ветерка к нему дается? Обязательно. Обязательно. Дорогие друзья, хочу сказать сразу, что неоднократно вместе с внутренними войсками нашей России встречался и был в разных ситуациях, в том числе и вот в последней командировке, где мы вместе были с Сергеем Кузнецовым, моим дорогим другом, с Виктором Трофимовым, который сегодня, к сожалению, отсутствует. Вот. И после этого, когда мне попросили меня, чтобы я как журналист помог создать и зарегистрировать журнал «Полицейское братство», я целый год работал в полицейской ассоциации, где, оказывается, вместе с пограничниками также несут службу и в других государствах совместно с полицией, пограничная служба. Это для меня было очень ново. Но тем не менее, мне это очень понравилось, поскольку многие люди, офицеры правоохранительных органов защищают и охраняют наше отечество. Для меня это было знаково. И я как автор-журналист, значит, постарался в этой ассоциации, работая целый год, создать вот эту атмосферу. Ну, не знаю, насколько это получилось, но, по крайней мере, у меня появились новые друзья. И это больше, чем что-либо. Каждый из вас, сидящих здесь, знает, что такое друг. Друг никогда не предаст. Друг всегда рядом. Друг понимает. И самое главное, что он понимает еще и песню. И вот меня поняли, в том числе и в полицейской ассоциации, что песня в правоохранительных органах нужна людям, нужна всем нам, нашей России. Спасибо вам за все. И я, так сказать, нисколько не жалею, наоборот, и дальше продолжаю участвовать в культурной комиссии полицейской ассоциации нашей России. Всей России. Одна из форм – это благодарение. Это такой клуб поэтов и авторов-исполнителей, поэтов, который организован в МВД России. Я в него вхожу и однозначно горжусь тем, что вместе с людьми, которые прошли Афганистан в том числе, и горячие точки, охраняют нашу Россию. И еще и при этом говорят о любви. Понимаете? О любви. Это знаково, это дорогого стоит. Когда люди гибнут, но говорят о любви. Это все наши люди, военные, которые охраняют Россию. Я всех вас люблю и вместе с вами готов это делать до конца. Спасибо.
Я как бы вынужден играть роль некого Деда Мороза, потому что это не все, так сказать, не вся награда. Дело в том, что так совпало, что именно вчера, значит, был отпечатан сборник стихов и текстов песен, значит, членов Международной полицейской ассоциации, значит, члены редакционной коллегии, один из авторов этого сборника стоит сейчас перед вами. Это Валерий Полевич Монастырев. И я, естественно, как поэт, тоже должен был посвятить юбиляру стихи. Значит, экспромт, четверостишье. Идет дорогой непростой, вперед, без суеверий, хоть 60, но молодой, Монастырев Валерий. А здесь в пакете, как бы, так сказать, вот я присоединяюсь к другу, который не обращает на меня внимания сейчас, к сожалению. Вот. Но тем не менее, здесь есть и от дедовского, дедовский, так сказать, рецепт. Да. Ну и все остальное прочитающееся. Спасибо.